Добрый вечер. Вы знаете, в последнее время во многих сериалах присутствуют чекисты. И на вопрос, он бывший чекист, он всегда туманно и загадочно говорит, бывших не бывает. Хотя, честно говоря, я не понимаю, как можно этим делом так долго заниматься. Но я смею утверждать, что бывших мультипликаторов точно не бывает. И я хочу сказать вам, что это не профессия, это, скорее всего, миссия такая у нас. И я поспорю с Андреем Сергеевичем Кончаловским, что есть жизнь, а есть кино, а есть такая форма жизни, которая называется мультипликация, потому что мы придумываем свои истории, выдумываем благодаря фантазии и душе, и приобщаем ребенка к взрослому миру. И наоборот, мы стучимся в запертую душу взрослого человека и его приобщаем к детству. И благодаря нам он в хорошем смысле впадает в это детство. 25 лет тому назад мы назывались мультипликацией, потом нас назвали анимацией. Когда меня спрашивают, а чем отличается анимация от мультипликации, могу сказать, что это так же не отличается, как полиция от милиции. Те же ребята, те же дубинки. Но мы прошли довольно сложный путь, потому что в начале, в советские времена, мы сопротивлялись идеологии, чтобы сохранить себя. Потом наступили новые времена, мы сопротивлялись рынку, чтобы сохранить мультипликацию как вид искусства. Сегодня еще более сложная задача. Сегодня мы сопротивляемся и рынку, и идеологии. И в этом, я надеюсь, все равно мы победим, потому что приходящих молодых достаточно много. Более того, не только молодых. Судя по сегодняшним номинантам, вы прочитали фамилию, которая о многом говорит. Так вот, я должен сделать историческую справку. В Риме, где родился Федерико Феллини, не было мультипликационной школы, а он очень хотел быть мультипликатором. И ему это не удалось. Но это удалось не менее великому режиссеру, Георгию Николаевичу Данелли. Кукин-дза-дза. Режиссер Георгий Данелли и Татьяна Ильина. Добрый вечер. Вы знаете, ну, во-первых, огромное счастье получить этот замечательный, удивительной красоты и тяжести приз из рук такого, ну, мастера, просто мастера из мастеров. И это, ну, можно сказать, такой счастливый какой-то момент, очень запоминающийся, я думаю, для всех нас. Это очень здорово. Вот. Во-вторых, я хотела сказать, что Георгий Николаевич немножко приболел и не может сам приехать. И он просил меня, так как я на этой сцене оказываюсь в одиночестве, сказать все, что я думаю о нем. И, пользуясь его отсутствием, я так и сделаю. Я скажу. Все, кто работал с Георгием Николаевичем, знают, что когда каждое утро меняется сценарий, для игрового кино это почти неподъемно. Для анимационного невозможно. И представьте себе, вот в таких условиях
Мы сняли этот фильм. И вот я сейчас стою, сама не верю, что мы это сделали. И, наверное, фильм получился даже не благодаря тому, вот, что мы все собрались и вот так очень хотели его сделать, а вопреки. Потому что этому благоволили небеса, наверное. Он должен был быть сделан, он был сделан. И это огромное счастье. Мы очень... все волновались и вложили очень много труда во все это. И, может быть, даже во время работы не верили сами, что мы это сделаем. А сейчас все очень скучаем по этому времени. Оно было тяжелое, но очень счастливое. Вот здесь стоит художник-постановщик картины Саша Храмцов, один из титанов просто. Это человек, через руки которого прошел каждый кадр картины. Он, можно сказать, отец-основатель, потому что художник в анимационном кино – это и актер, и художник по костюму, и художник по фонам, и осветитель, и оператор, и так далее, и так далее. Это вот удивительно синтетическое искусство, и, в принципе, каждый, кто работает в анимации, сочетает в себе несколько профессий, это уж обязательно. Такие уж мы. И мы очень счастливы, что... Георгий Николаевич вступил на нашу территорию, можно сказать, ее осветил, и доказал нам, что мы умеем, что наша анимация может снимать такое кино. Для нас самих это было открытием, вот поверьте. А уж то, что мы Миядзаки обойдем, это вообще сюрприз. Ну, может быть, не все знают, дело в том, что Кинзадза получил азиатский Оскар. И обойдя в этом конкурсе, действительно, Хаяо Миядзаки. Спасибо огромное академикам, спасибо всем присутствующим, гостям. И я очень надеюсь, что такой фильм вот в нашем анимационном искусстве все-таки не последний, потому что такое кино снимать трудно, продюсерам неинтересно, а нам, аниматорам, очень хочется. Спасибо. Вы знаете, Георгий Николаевич, болен очень хотел быть, но не смог, к сожалению. Мы думали, что может он имеет шансы получить Нику, и поэтому он в этой надежде записал короткое видеообращение. Я прошу, включите пленочку, пожалуйста. Дорогие друзья, коллеги, так получилось, что я не могу присутствовать на этой церемонии. Но трансляцию я буду смотреть обязательно. И такая просьба. Если вдруг фильм «Кукиндзаза» получит Нику, похвалите и меня тоже. Это я люблю. Очень. До встречи на следующей неделе. Добрый вечер. Мне очень жаль, что я не могу обнять Георгия Николаевича, но я это делаю мысленно и посылаю свои флюиды ему. Выражаю свою любовь, объясняясь любви этому гениальному режиссеру, и посвящаю ему песню, которую я сама очень люблю, и которая как нельзя очень конкретно объясняет, какой была его жизнь в искусстве, и как много стен он ломал и разрушал для того, чтобы пробить то, чем он занимался всю свою жизнь. Большого зала передо мной столько лет стена стояла, а над стеной была звезда, и мне сияла, и сто преград я как могла отодвигала, и снова на пути. Я ее
жена, и я справляюсь со стеной. Пока вы все со мной, пока вы все со мной, со мной. Стена из синяков, а не из дыма. Я обманула вас, что я неуязвима. Что вам за дело до меня? Не надо сплетен. Любила, да, ревела, да, жила на свете. И снова на пути. В руинах, но не хочу, как мотылек, взлетать на сцену. И я кричу: постройте мне, постройте стену! И снова на пути стена, и я ее пройти должна. Лариса Долина, спасибо.